Всем привет! Сегодня у меня рецепт очень быстрых куличей без дрожжей. Этот рецепт я называю палочка-выручалочка. Он выручит всегда, когда нет времени готовить дрожжевое тесто. Тесто получается нежное, воздушное и уж точно не хуже, чем у настоящих куличей. В глубокую емкость отправляем 5 яиц, сахар и хорошо взбиваем миксером на максимальной скорости 3-4 минуты. Вот такая пышная масса у нас получается. Затем добавляем молоко комнатной температуры, размягченное сливочное масло и перемешиваем на низких оборотах. Муку смешиваем с разрыхлителем. И, вводя небольшими порциями в яичную массу, замешиваем тесто. Далее в тесто я натру цедру одного лимона, добавлю цукаты, изюм и все перемешаю. Выпекать куличи я буду вот в таких бумажных формах. Смазывать их не нужно. Если вы будете выпекать в металлической форме, то смажьте ее растительным маслом и присыпьте немного мукой. Заполняем тестом формы чуть больше половины. Из данного количества ингредиентов выходит 2 кулича диаметром 12 см и 1 кулич диаметром 9 см. Все отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Куличи готовы, я дала им полностью остыть и теперь снимаем формы. Не пугайтесь, по этому рецепту куличи всегда трескаются, но мы верхушки закроем глазурью. Глазурь я готовлю на желатине, без яиц. Она получается очень красивая, белоснежная и совсем не крошится. Ссылку на видеорецепт глазури я оставлю в описании. Вот так быстро и просто можно приготовить пасхальные куличи без дрожжей. У меня на это уходит буквально 1 час. На моем канале вы найдете несколько рецептов куличей. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Пробуйте, готовьте и жду ваши отзывы у себя в комментариях. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и всем пока-пока!